Птицеводство – прибыльный бизнес, обладающий целым рядом преимуществ. Внедрение в сферу инновационных технологий и повышение экспортного потенциала. Реализуемые реформы содействуют созданию новых рабочих мест. Помогают начинающим предпринимателям развивать свое дело. Тему продолжит наш следующий репортаж. Вот эта птицефабрика – одна из крупнейших в Самаркандской области. Поголовье птицы на предприятии, где работает около 500 человек, достигло 300 тысяч. Предприятие поставляет на внутренний рынок в основном племенных цыплят-бройлеров, куриное мясо и комбикорм. У этого хозяйства неплохие показатели и по экспорту. Только за первое полугодие текущего года в Россию, Таджикистан, Афганистан, Кыргызстан и Казахстан экспортирована продукция на 13,5 миллиона долларов. Планируется увеличить объем экспорта благодаря уже открытым во всех областях страны торговым центром. Примечательно и то, что данное многопрофильное фермерское хозяйство недавно обзавелось дополнительной торговой точкой в Афганистане, где реализует комбикорм для разведения кур и домашней птицы. С открытием границ мы также запустили свои торговые точки в Таджикистане и Кыргызстане. Если до 2019 года Узбекистан был в основном страной-импортером в области птицеводства, то последние 2-3 года у наших предприятий появились большие возможности для развития в этой отрасли. Они сами вполне могут обеспечить внутренний рынок, а также экспортировать продукцию. В соседние республики в основном отправляются инкубационные яйца и комбикорм. Это не единственный профиль данного фермерского хозяйства. На базе предприятия действует виноградарский кластер для создания полного цикла переработки винограда и производства готовой продукции. Общая площадь земельного участка 105 гектаров. Сладкий фрукт, выращенный на сельскохозяйственных полях предприятия, перерабатывается на основе современных технологий, а затем экспортируется за рубеж.